На полном ходу подготовка к празднованию Дня военно-морского флота. Грандиозное торжество состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье. Экипажи сейчас готовят к параду, не исключение и команды таких гигантов, как ракетный крейсер «Маршал Устинов». Тренируется также экипаж атомной подлодки «Орел». Корабли океанского класса будут участвовать в морской части парада в Финском заливе. Не менее яркой и торжественной обещает стать церемония на Неве. Парад в честь Дня ВМФ покажет Первый канал в прямом эфире трансляции из Санкт-Петербурга в воскресенье в 11 утра.